Всем привет! С вами, как всегда, я, Ксюша, и я сегодня хочу вам рассказать, что недавно ВКонтакте я наткнулась на классный интернет-магазин комиксов с приемлемыми ценами. Интернет-магазин существует совсем недавно, но уже успел зарекомендовать себя. Здесь столько всего интересного и не только комиксов. Хочу сейчас вам рассказать немного про него. Но начну все же с комиксов. Очень яркие и красочные комиксы «Мистик», причем в наличии есть два тома. Новые работы самого популярного комиксиста Айснера Скотти Янга. «Я ненавижу страну чудес». Еще одна новинка от молодого издательства «Пафосный гном» под названием «Плюшевый гангстер». Ну и не обойдется же, конечно, без «Бэтмена» и «Человека-паука». Здесь также найдется знаменитый комикс «Боун», который получил 10 премий Айснера, 11 премий Харви, переведенный на 15 языков мира. Для девочек найдутся знаменитые «Gravity Falls», «My Little Pony», «Время приключений» и многое другое. Всего и не перечислить. Вы уже знаете, что я люблю читать. Так вот, в этом интернет-магазине продаются не только комиксы, но и книги. Причем как в мягком переплете, так и в твердом переплете. Они очень красочные, а также интересные. А самое главное, сделаны они в виде комиксов. Этим они и необычны. К примеру, это вторая долгожданная книга из серии «Хранители начала» в твердом переплете 394 страницы. «Люди Икс. Росомаха» 196 страниц. В этом магазине находится просто огромнейший список манги, которую можно заказать. Помимо комиксов, на сайте можно приобрести наклейки из самоклеющейся глянцевой бумаги с дополнительным ламинированным слоем. Также здесь можно приобрести необычные конструкторы, состоящие из множества маленьких деталей, наноблоков, заказать значки, брелки и плакаты по индивидуальному дизайну. Также у меня для вас есть хорошая новость. Мне удалось связаться с админом группы интернет-магазина ВКонтакте, и мы с ним решили устроить конкурс. Так что именно у тебя есть возможность получить комикс на твой выбор. Условия конкурса очень просты. Первое. Вы должны быть подписчиком моего канала Ксения Гладышева, ссылка на который будет в описании. Второе. Вы должны быть подписчиком группы интернет-магазина ВКонтакте, ссылка на которую тоже будет в описании. Ну и третье условие. Вы должны сделать репост закрепленной записи в группе интернет-магазина ВКонтакте. Итоги будут подведены 15 апреля в группе интернет-магазина. Участвуйте и выигрывайте, а мы с вами увидимся уже завтра. С вами, как всегда, была Ксюша. Всем пока-пока!